стало известно, что за этот год Оксана Самойлова заработала около 1 000 000 000 рублей. Бизнес-вумен обгоняет звездного мужа. Модель пробовала себя в разных начинаниях. Среди ее стартапов были бренды одежды, магазины и даже приложения для готовки. Однако миллионы ей принес бьюти-бизнес. Оксана Самойлова предпочитает не сидеть на шее у Джигана. Она уже несколько лет развивает свой бизнес. У многодетной мамы были бренды одежды, кулинарное приложение и другие проекты. Свои стартапы она продвигает через личный блог, в котором насчитывается более 15 миллионов подписчиков. В 2020 году вместе с партнером Мариной Назаровой Самойлова начала производить косметику. В линейку именных продуктов Оксаны входят средства по уходу за кожей, крема, тоники, скрабы, маски и так далее. В прошлом году заработок бренда составил 978 миллионов рублей, из которых 471 миллион рублей – чистая прибыль. Стоит отметить, что аудитория отношения к косметике многодетной мамы неоднозначная. В сети есть множество как хвалебных отзывов, так и разносов пух и прах составов продукции Самойловой. На популярном сайте «Отзывник» рейтинг Сэмми и ее бренда всего лишь 2,5 звезды. Рекомендуют 26% пользователей. В списке недостатков уходовой косметики от жены рэпера один из главных является высокая стоимость. Цена набора для ежедневного использования 5500 рублей. За те же самые деньги можно приобрести профессиональный косметический уход в аптеке. Помимо бьюти-бизнеса, Оксана активно занимается своим блогом. Рекламный пост в соцсетях Самойловой стоит около 2 миллионов рублей, по данным на 2021 год. Хотя она и старается не перегружать подписчиков обилием рекламного контента, несколько раз в месяц подобные посты публикуются. Джиган не отстает от работающей жены. Одно его выступление стоит 2 миллиона рублей. Рэпер активно ведет гастрольную деятельность, часто выступает на мероприятиях и корпоративах. Также Денис занимается спортивным бизнесом. У него есть приложение, в котором пользователь может за 3000 рублей купить программу питания и тренировок. Напомним, что 12 декабря пара сыграла шикарную свадьбу за 25 миллионов рублей. Торжество было организовано в честь 10-й годовщины брака. На празднике было множество звездных гостей. Невеста сменила 3 платья, главное из которых стоит 2,5 миллиона рублей, а второе – 700 тысяч рублей. Ведущими на вечеринке стали резиденты популярного юмористического шоу «Импровизация». Зал был украшен 9000 живых роз. Стоит сказать, что самая успешная семья России в деньгах нужды не имеет. Джиган и Оксана регулярно летают в отпуск с детьми. В ближайшее время собираются в свадебное путешествие на 37-летие любимого мужа. Самойлова приготовила ему шикарный подарок. Для рэпера она заказала черную ковровую дорожку, сделала стенд из совместных фотографий на всю семью, надела футболки с фотографией Дениса. Затем она показала мужу главный сюрприз – автомобиль представительского класса стоимостью свыше 10 миллионов рублей.